Пощупать пульс и посмотреть на язык – это все, что требуется специалистам восточной медицины, чтобы ставить правильный диагноз. Специалисты цветка долголетия отмечают, здесь нацелены не просто на устранение симптомов болезни, а в первую очередь на восстановление естественных защитных сил организма. Китайская медицина действительно способна творить чудеса, утверждают пациенты клиники. Римма Гургеновна с 12-летней внучкой Леной здесь 18-й раз. У девочки ДЦП. С помощью массажа и иглоукалывания врачи уже добились результата. Впервые за 12 лет делится радостью бабушка. Лена села и пытается сама держать ложку за обедом. Со дня открытия мы попали сюда, и я ни грамма не жалею. Я считаю, что нам выпало большое счастье, наверное. Вот я говорю, мы сколько лет мечтали уехать в Китай, а тут, оказывается, Китай к нам сам приехал в Сочи. Главное, дают надежду на то, что они мне эту внучку поставят на ноги. С Леной, как и уже сотни постоянных клиентов, работают потомственные врачи, профессора Лю Чуан Юн и Си Цзи Вэн. В область лечения доктора Лю входят такие недуги, как высокое давление, мужское и женское бесплодие, заболевания простаты, паралич лицевого нерва, ДЦП, сахарный диабет, болезни позвоночника, ревматизм, астма. Профессор Си занимается лечением сердечно-сосудистых заболеваний, хронического гепатита Б, заболеваний желудочно-кишечного тракта, нефрита. Недавно в команду высококлассных специалистов приняли Ларису Игоревну Кушакову. Массажист-косметолог из Москвы занимается проблемой старения и технологиями борьбы с ним. Специалисты центра «Цветок долголетия» подготовили уникальную программу по омоложению, которая включает в себя мировой опыт по косметологии, пластической хирургии и китайской традиционной медицины. Это массаж плюс иглоукалывание, которое стирает с лица от 5 до 10 лет. Пациентов сюда привлекают и экзотические процедуры, иглонож, дзю-терапия, лечат здесь и травами, привезенными из Китая. В целом же это полноценная медицинская наука, которой, кстати, 5000 лет. Центр китайской медицины «Цветок долголетия» расположен в Морском переулке в районе библиотеки Пушкина и рядом с отелем «Маринс Парк Отель». Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.